Только 40 российских спортсменов смогут попасть на Олимпиаду в Рио из 387. Такие подсчеты приводит британская газета «Телеграф». Издание делает вывод на основе строгих критериев Международного олимпийского комитета. Главным из них должно быть отсутствие допинговой истории. Чтобы быть уверенными на 100%, комитет наймет независимого эксперта. Напомню, ранее по итогам заседания исполкома Международного олимпийского комитета под председательством Томаса Баха решили не отстранять всю сборную России от Олимпиады в Рио. Право выступать там спортсменов должны предоставить федерации их видов спорта. Ну и стоит поторопиться этим федерациям, потому что до Олимпиады остается всего-то меньше 2 недель.